Всем привет! Очень плохие новости пришли из Бразилии. 24-летний полузащитник Даниэл Фрейтас Корреа обнаружен убитым. Полиция сообщила о том, что труп игрока найден с многочисленными увечьями. У спортсмена изуродована шея и отрезаны гениталии. Кто и почему сотворил такое зверство, пока неизвестно. Местная полиция активизировала все силы для поимки преступников. Права на Даниэла принадлежали клубу Сан-Паулу, но последние несколько сезонов он провел в различных арендах. Сезон 2018 года Даниэл начинал в составе Понте-Преты, за которую сыграл в чемпионате штата 7 матчей, а последним клубом полузащитника стал Сан-Бенту из второй лиги Бразилии. За эту команду на счету Даниэла 2 выхода на замену. Самым успешным сезоном в короткой карьере Фрейтаса стал сезон 2014 года, который он провел за Ботафого. Тогда молодой полузащитник отличился 5 голами в 13 матчах и был замечен скаутами Сан-Паулу, куда и перебрался по окончании сезона. В серии игр FIFA Даниэл Фрейтас Корреа присутствовал в FIFA 16. У него была серебряная карточка центрального атакующего полузащитника с рейтингом 70. Сильными сторонами парня и в игре, и в жизни были скорость и дриблинг. К сожалению, его жизнь и карьера оборвались очень трагично и рано. Напомним, это уже не первые тревожные новости, приходящие из Южной Америки в этом году. Летом в Колумбии был убит еще один футболист – колумбиец Алехандро Пеньеранда. Его застрелили на вечеринке, а виновников трагедии до сих пор не поймали. Берегите себя!